Не украл, а нашел, так, видимо, подумал сахалинец, но стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили в областном управлении МВД, 47-летний житель Шахтерска подобрал на улице телефон, который был без пароля. В сообщениях он обнаружил, что на банковской карте лежит почти 15 тысяч рублей. Мужчина перевел их себе и даже успел потратить. Злоумышленника задержали, его будут судить за кражу, совершенную с банковского счета.